Таз работает топорно. Под названием эксперт заявил, что Запад должен Киев убедить прекратить конфликт на Украине. Сообщение его показало, что дела РФ в Украине очень плохи. И мое утверждение, хотя о неспособности людей понять пословицу про «когда в хвосте начало, то в голове мочало» практически бесспорно. В телеграме RTVI вроде чего особенного нет. Клипы с ней загружая в интернет, я все-таки найти людей пытаюсь, которых разума есть крохи, но безрезультатно.